Чиновники и журналисты отметили праздники на спортивной площадке. Команды от правительства, администрации города, СМИ и Федеральной службы безопасности сразились на турнире по мини-футболу. Он посвящен Дню Тюменской области и Дню образования регионального управления ФСБ области. Такой турнир теперь просто обречен стать постоянным спортивным событием. Здорово, что этот турнир у нас становится уже традиционным, потому что проходит второй раз. Поэтому от всей души хочу пожелать всем хорошего настроения и побольше положительных эмоций от тех баталий, которые, я думаю, сегодня состоятся на этих полях. Спортивный формат празднования устраивает всех, ведь здоровые отношения вне кабинетов становятся модой. В известные смутные времена с гордостью как-то и залихватски рассказывали, как мы сидим за столами, стесняясь рассказывать о том, как мы занимаемся спортом, как мы по ночам ходим в спортзалы, потому что днем работаем. Я думаю, в этом времени настал конец. Самые сильные игроки оказались в командах правительства и администрации города. Последние места заняли журналисты и сотрудники ФСБ. По словам губернатора Владимира Якушева, турнир уже перерос в формат 4 команд. И в следующем году на площадку выйдет намного больше футболистов.